Митинг концертом на площади Ленина ульяновцы отметили третью годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав России. На праздничное мероприятие пришли жители и гости региона, молодежные активисты, представители общественных и политических организаций. В руках они держали плакаты с лозунгами «Крым наш», «Горжусь Родиной», «Вместе мы сила», «Спасибо Путину за Крым и Севастополь». Народы Крыма путем референдума вернулись и вернули Крым на свою историческую родину. И 3 года назад Крымская весна стала точкой отсчета восстановления русского мира, российского государства. На митинге присутствовал глава региона. Сергей Морозов лично поздравил ульяновцев с годовщиной воссоединения Крыма и России. Губернатор отметил, это знаменательное событие поистине объединило нацию и вдохнуло в нашу державу новые силы. Присутствие здесь людей совершенно разных политических взглядов. И «Единая Россия», и ЛДПР, и «Справедливая Россия», и многие патриотические организации. Вот буквально 3-4 года назад их, наверное, трудно было представить на одной площадке. А сегодня они вместе. Таким образом, в моем понимании, решение дать возможность Крыму вернуться и Севастополю домой объединило нацию. Создала в очередной раз все условия к тому, чтобы Россия стала действительно великой страной. И вот то, что мы ежегодно отмечаем этот день, это своеобразный день рождения уже вот этой новой России. С исторической датой горожан поздравляли лучшие творческие коллективы из области. Несколько часов митингующие пели, танцевали и выкрикивали праздничные лозунги во славу возвращения Крыма и Севастополя домой. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. We'll be right back.